Здравствуйте, дорогие друзья! Ожидаем мы начала второго отборочного тура, в котором сошлись Сварог и Триумф. Триумф играет традиционно для себя в бело-красной форме, похожей на форму мадридского Атлетика, а Сварог играет в манишках салатовых, естественно, сегодня. Обменяемся приветствиями команды. Не лазь, там можно все удалить. Буду сейчас брошен жеребий. А мы Все предстартовые приготовления уже проведены. Команды готовы начать игру. Проверяет рефери готовность голкиперов, они готовы, и сразу же начинает игру Сварог. Олег! Дударь. Надо его правее на капитана команды. Чукан, о, выпас не прошел. Перехватывает и... Сложно сказать что-то по этих стартовых секундах, стартовых, вернее. Темп зашкаливающий, молодцы. Классный контроль мяча от обеих команд. Перехватывает, возвращает назад на Нуцу. Напоминаем о том, что на самом деле Триумф мы команду знаем. И первым номером они не особо любят играть. Да и Сварог, мы не знаем, что от них ждать. Возможно, им наоборот нравится контроль мяча. Тогда эти команды друг другу будут подходить под стилю игры. А если же обе будут команды играть на контратаках, тогда это лотерея. Посмотрим. Пока что по предстартовой первой минуте сыгранной, ну, сложно что-то говорить. Дударь делает навес. Никуда, ну, Цупоп пока что страхует свою команду, делает вынос на левую бровку от нас. Спокойно забирает этот мяч Бучацкий. Сейчас уже бросит в игру. За Рэмбо, что-то продлевает, а теперь придется отрабатывать. Он это делает, действительно. Мяч уходит от Макарчука Дмитрия. Участки отыграет от ворот. За Рэмбо. Напомню, что 8, аж целых 8 мячей он забил в предыдущем поединке. Это пока что рекорд на нашем турнире. Да. 8 мячей за один матч. Да, да. Страшно звучит даже. А забито это вообще сложно. Опять куда хочешь? Линия вода. Ближайший предшественник был Веремичук Валентин, который забивал 7. И весной чемпионат. Цупов. Не приходит передача. Буба сейчас будет вводить аут. Возвращает. Ну, Бучацка. Петровский умудряется как-то понять, где находится мяч, но ни зачем это не закончилось. И классную комбинацию пытается сделать Сварог. Не получилось. Мяч доходит до Зарэмбо. Максима смущается, пробивает. Голкипер без проблем парирует и сразу же вбрасывает. Очень динамичный. У нас дебют поединка, надо это отметить, конечно. Большие скорости демонстрируют обе команды. С мячом сбрасывает обратно на Петровского. Снова вернет, скорее всего. Ну, нет, пробует делать навес. И Буга классно умудряется пробить. Что самое невероятное, то, что голкипер как-то застыл и дал сыграть. И ведь Рома мог забить. А головой сыграть не так-то просто. Забить. Не проходит этот прострел. Все, спокойно, спокойно, выдох. Так толще. Там по оригиналу. Неспешно. Забирает этот мяч все-таки. Буга. Спокойно ты играешь. Петровская, дальше на нос. Я тут на краю. Впечатление, что хотят вытянуть, а вот Сварог не сильно-то и идет вперед. Пока что, во всяком случае. Будто бы тоже им комфортно играет на контратаках, в том-то и дело.
Поэтому тут уже будет либо кому повезет, либо кто кого сможет тактически переиграть. Приход этот навес от Бучацкого самостоятельно подсорваться. Можно бить и... Каким-то чудом умудрился совладать. Но что делает Нуца? Посмотри, просто из пустых ворот вытаскивает этот мяч. Просто потрясающе. До конца доигрывает. Ну хорошо. Сейчас хотел скачать. Получилось пробиться. Назад, назад, Олежек. Франц, нычи сюда, сюда, сюда. Удар мимо ворот. Похоже, угловый, да? Да, дает мяч Дударю. И Сварог будет подавать угловой. Открытая зона для того, чтобы замкнуть, но не замыкает. Промахивается буквально по мячу. Близкий были к тому, что не следили на подачу углового. Все-таки Триумф. Что на глаза? Заброс на Максима Тарембо тут бьет. Ой-ой-ой-ой-ой. Как он был близок, на самом деле, к тому, чтобы поразить ворота. Буквально считанные сантиметры отделяли нас всех от того, чтобы увидеть первый забитый гол в этом матче. Голкипер. Переводить голкипер, потому что правило состоит в том, что вводится мяч рукой после времени удара от ворот, и мяч должен покинуть пределы вратарской площадки. Есть право, Вася! Есть открытые зоны. Ошибается. Сейчас сразу же Нуцу Петровский запускает. И такой. И хлестко пробивает за Рэмбо Максим и забивает свой первый мяч. И первый мяч за свою команду. Триумф в этом матче. Ну, теперь Триумфу будет несколько легче, потому что нужно отдать пространство сопернику и вытягивать. Какой плотный удар, на самом деле. Кучер Роман пробивал. Первый фол у нас со стороны Сварога. Пацаны, кто подсыдает, есть сменки. Продолжает атаковать Сварога, но все перекусывается, Рэмбо отлично. Вася забирает. Поднимает, смещается. Какой пас! Но вот Петровский немножко не успевал. Мяч, тем не менее, остался у Триумфа. Надо немножко успокоить сейчас игру. И что они, собственно, и делают? Буга с самым мячом. Сброс, но, увы, он не проходит. Блокирован. Сейчас будет угловой для Триумфа. Центр, дивись його, дивись, пан. Все, давай, крий лінію. Интересно, сейчас пытались комбинировать игроки Триумфа. Шире, шире, шире. Пас на мяч, иди. Рэмбо с мячом опасно может быть. Это, он таким да, подстраховал. И Дударь буквально выстрелил просто в Зарембу и мяч сохранился за Сварогом. Плотно встречает, опекает мостовой. Но Цупо принимает. Можно бить. Удар блокирован. Попал. Хоть и прикрывал лицо. Рука. Второй фут. Саня, ставь нормально стенку. И это гол, да. И кто у нас забил гол? За Рэмбо, если не ошибаюсь. Да. Да. Делает дубль у нас.
поймал их на несобранности, на том, что... Они ожидали свистка, хотя на самом деле, когда игрок не просит по свистку пробивать или выставлять стенку, то можно бить и без свистка. Поэтому важно сблокировать любой штрафной, если стенка не стоит, а он опасен и близок к воротам. Просто выставить ногу, судья дает свисток и просит отойти, и выставляет стенку, и штрафной пробивается по свистку. 2-0. Стрел, ох, и удар в створ. Было, да. На самом деле два момента было отличных у сварок. Серега, Олег, сядь ты нынче. Юра, иди вперед. Юра вышел. Для сварога. Вот они мяч в игру. Но не совсем акцентированный удар в конце, конечно, этой атаки был. Снова за рыба с мячом. Что же быть, примет. Третий фол уже со стороны сварога. И... Вроде да. Сейчас за Рэмбо мяча. Мы уже видели, что он может опасно быть во время стандартов. Поэтому нужно внимание обращать. Хороший удар, но голкипер приводит его выше ворот угловой. Прострел, не проходит. Удержал мяч все-таки в игре. Сбрасывает Качацкого. Вешивает. Продолжает атаковать сейчас сварога. Открытость под него кто? Такой сброс прямо во вратарскую и пробивал плотно, но парирован этот удар. Будет подавать угловой. Как интересно, Русяк Василий. Пробивает ударь сразу же, мгновенно. Немного ошибаться за Рэмбо. Мяч все-таки переход в триумф. Как он разгоняется, какой рывок потрясающий. Вау, он голкипер парировал. Отличнейшая скорость. Показал восходное ускорение. И Русяк Василий с мячом. Заброс, удар головой. И... Надо сказать, это выглядело очень опасно. Сейф. Но головы, как мы знаем, крайне сложно забить, особенно четверкой в футзале или мини-футболе. Поэтому пока что угловой. Сразу же ищет, кому бросить. Все, есть лево, лево. Вязали плотную борьбу, но Ченко не сдавался и все-таки оставил мяч у своей команды. Экватор первого тайма мы преодолели, уже сыграно 12,5 минут, играть 7,5 минут остается, соответственно. Темп у Триумфа отличнейший, смогли навязать вот эту вязкость при борьбе. Тут я не раз говорил, что они чем-то похожи на Атлетико Мадрид. Нападает, просто кусаются и не отпускает до последнего. Под команду, которую сложно поймать на движении так, чтобы игрок пролетел и кто-то остановился. За Рэмбо Максим не замкнул дальнюю штангу. Быстро поднял. Наступил на мяч, но... Снова упал. Продолжает все-таки наседать сварог. Чувствуется, что хотят они забить как минимум один гол, если не больше. Не сдаются, не опускают руки. Это немаловажно, показывает характер и волю к победе. Сейчас с мячом будет делать дальний заброс, да, на Русяка. Тут переправляет головой, но без проблем забирает этот мяч голкипер. Сразу нужно. Какой пас, посмотри. Да. Нужно решать. Ай-яй-яй-яй. И просто превосходнейший момент не реализован. Юра, так не делай. Шестка. Уже назад. Паузу. Паузу сделай. Паузу. Сзади, сзади, сзади.
прошло грамотно. Ткаченко отдавал хорошую передачу. Юра, сейчас давай. Но... Увы. Гузенко. Не так точно пробил, как того хотелось бы ему, я думаю. Дрожок на Серега. Ткаченко перехватывает. И нужно разгонять атаку. Надо же подключать партнеров. Самому не пробиться. Вот, мы видим. Второй раз. Нафалил здесь у нас два раза подряд Ткаченко, но рефери первый раз не давал свисток, а как мяч оставался у Сварога. Давай, давай, сзади. Заброс. Забирает этот мяч. Дима, думай, Дима, хорошо. Сзади. Далеко вбрасывает голкипер, прям на Рущука. И качественно пробил, посмотри. Да. Сейчас Карчук с мячом поймал на движении. Блокирует Грузинка. Да, что? Можно через центр. Да, ну! Продолжаем. Какая комбинация, Брёска? Хороший сейчас шанс. Хлёстко пробил, но у нас сейв демонстрирует. На 15-й минуте Бучацкий. Конвейер рухается. Фэрплей, скрывает заслуженные аплодисменты. Неспешно разыгрывают сейчас пока что триумф. Посмотрим, что они дальше сделают. Такой пас сильно на ход Нуцу, но он не смог догнать. Хотя пас был неплохой, с учетом того, что многие зоны были закрыты, и это была одна из немногих свободных. Тоже комбинирует Сварог. Нет, мяч потерян. Переход к триумфу. Какой перехват? Придерживали его и на грани фола, а может быть даже с фолом, но пробивает. И красиво пробил как. Контролирует мяч сейчас в своей половине триумф. Мяч у Сварога. Пытаются они найти какой-то путь свой к успеху, но пока что не все свои шансы. Как накрутить, умудрился, да. Посмотри. Да, и замыкает дальнюю штангу. Отличный мяч забивает Макарчук. Что сказать? И классный пас, конечно же, отдал партнер по команде. Просто на пустые ворота, но высоковато. Приходилось, конечно, сыграть коленом здесь. Счет у нас стал 2-1. Очень равная игра. Постепенно к концу у нас первый тайм, не так много времени осталось. Около 2-3 минут еще играть. Перехватывает Петровский. Как интересно пробрасывал, но Петровский все это прочитал, разгоняется. Не получилось. Мне кажется, набрал тот темп, с которым сам не смог совладать, потому что мяч скакал, а бежать приходилось. Его досадная ошибка не закончилась. Нет, все-таки получается. И как он выжил из нее? Прекраснейший плюс, можно сказать. Там, да, все станет, там серия. Мы, да? Зад, Вась, сзади будет. Проверяй. Пробивать, удар. Мимо. Один лев, один прав. Забирай, Саня.
Удар привел еще Тузбузенко Александр, но не совсем получилось это сделать точно. Так, 44 первого мяч поединка. Ну, забрал мяч. И вот подсказывает сейчас Бузенко. Из-за этого эта атака заканчивается всего лишь аут там на стороне поля Сварога. Для Сварога, собственно говоря. Получилось догнать этот мяч. И что же дальше? Дим, открыйся, Дим, не стой! Стрел не проходит. Не точно пас. Сам, проверяй. Ну, на месте. Ну, это аут для Сварога, наполнение поля соперника. В принципе, интересная позиция. Можно. Дальню, Дима, дальню, Дим. На дальнюю, но похоже. Дима, даль. Перекусываю. Назад. Первый тайм окончен. Счет 2-1 в пользу Триумфа. Да.